Ух ты ж, нифига себе ударил девушку, какой герой! Вы посмотрите. А сейчас ей ломают руки, ломают шею. Девушки, спасибо. Вчера ее направляли на госпитализацию, но она от госпитализации отказалась. Установлена, имеется медицинская документация о том, что у нее сотрясение головного мозга. Подтверждено. Сейчас она на больничном, дома проходит амбулаторное лечение. Явиться не может, потому что ей сейчас плохо очень.